Наверх заберись, посмотри, что там. Так, разведка пошла. Thank you.
Ну чё, где там? Вот сюда просто, на эту полку, что ли? А вот отсюда, посмотри, не получится проехать вот так. Да. Да блять!
Попробуй по прямой вот оттуда. Назад скати сейчас ее. Да я вряд ли. Да там тронешься нормально. Евгения Дмитриевна делает очередную попытку. Решила разгон взять от Михайловска. А? Чё, заехать тебе? Так, а я хочу попробовать вот там тропинку все-таки разведать эту.
всего сказал бы. Thank you.
Нет! Блять! Давай, давай, нормально, давай. Да вот тут палка была, я убрал ее. Кто? Короче, отдыхаем пока. Thank you.
блядь. Жень! Давай, поднимайся! Фу. Вот так вот два мотика. Давай, я поехал потихоньку, догони. Да не, в это тоже можно, чё? Не, ну можно, но надо занизить и посмотреть, как будет, может, тогда получится. Пока я прям не... Чё, поехали дальше? Да-да. Всё, домой, да? Наверное, да. Ну, полбата. Не, ну, а смысл, если сюда попробовать, то горку штурмовать? Нет. Я наштурмовался сегодня уже. Согласна. Thank you.
ждем Женьку.